Крупным шрифтом очень удобно читать. Брат Никита ходит с колесиком с Яной. Сейчас уже Савченко. По деревне клочки. Замок, Никита, замок. В окно постучись. Тут. Добрый день. Приглашаю нас на беседу в 3 часа обратно. Куда мы не ходим? Благословение патриарха Кирилла. Дайте, у вас крупный шрифт там встретил, он вас видно хорошо все. Да, я не читаю, я не грамотно. Читать не умеете совсем? Нет. Так, как все, что ли? Да, я не учился. Матери нет, отца не было. Кто-нибудь не может прочитать? Нет. Понятно. Я одна живу. Тут Люба в клочках ходит тоже. Даже как тут все украшено у них тут сделано. Да, красиво сделано у них. А это у них цветы, да, здесь, Люба? Да. Это цветы? Ну, это растения какие-то. А, растения. Ну, что, люди трудятся аккуратно. Вот тут Люба Минаева, Надежда Васильевна. Ну, все. А вы в следующий дом пошли, да? Там ниже. Закрыто. А там молодой парень выглядывал, может, выйдет сейчас? Подойдите, пожалуйста. Сегодня 3 часа около на площади около нашего храма беседа о Боге. Приходите, пожалуйста. Православная. Патриарх Кирилл благословляет это Евангелие. Читайте. Почему я это люблю? 3 часам, пожалуйста.
видимо, закрыто. Там будет замок, не видеть. Можно вас на минутку? Закрыто все. Чего? Православные христиане пришли вам возвести благую весть. Около храма, если вы желаете, вы не хотите иметь Евангелие? А? Закрыты, никак не открывают. Да, не хотят даже не только физически закрыт, но и не хотят духовно. Слышать. Сердце закрыто. Что там, звонок есть, да? Да, я позвоню. Угу. Добрый день. Если вы помните, мы вчера не приглашаем вас на беседу о Боге около вашего храма. 3 часа дня. Угу. Собачки нет у вас отпущенной? Нет. А что? Сзади познакомиться. Закрыто, да? Ну, так приходится иногда подождать, иногда с пустыми уходить, ничего не дав человеку в этот дом. Сделаешь. Кто на работе, кто куда уходит, уезжает. Кто не хочет пускать. Можно вас на минутку? А? Боятся, не пойдут. Поближе подойдите. Чего? Лучше, чтобы позвали, но есть же Васина. Где же Васина? Надо было позвать. Мы у нас свой храм, мы туда поговорим. А,
православный. Снимать не надо. Это частный дом. Православный, вот этот храм православный, это наш. Вот у нас ходит благовестник Никита Устинов. Никита, возьми, пожалуйста. У меня выпало. Угу. Ставни заколочены. Приглашаем вас в 3 часа на площадь Чонга храма на духовную беседу. И вот Дарья Святой Евангелие. Приходите, можете задавать любые вопросы, вам ответить. Спасибо. До свидания. Я уже не спрашиваю, что почти ну, всех да. Интернета нет. Ну, так, у молодых спрашиваю в основном. У них есть. Следующий дом. А? Тетя Люба, вон, на встречу идет. Что-то воскресный день, а дома никого. Ходят по улице с двух краев. Тебе в окно постучись. Видели? Приглашаю вас в 3 часа возле Кумбинской площади на духовную беседу. Вы можете переходить, задайте любые вопросы, вам ответить. И далее, можете Святой Евангелие. Есть, говорит, есть. А, есть? Угу. По интернету спрашивай. Нет, ну спроси на всякий случай. А есть интернет? Интернет? Выход в интернет есть? У пацана есть, у него нет. Ну да, наверное, пока что нет. Через 2-3 дня будет. Ну дай визитку. Ну все. Вот, наш православный сайт. Можете зайти, на форум. Спасибо. До свидания.